И еще об одном уголовном деле. Ушедший с поста директора агентства жилищного строительства Омской области Андрей Котов в скором времени сядет на скамью подсудимых. Экс-главу бюджетного учреждения обвиняют в растрате в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В прокуратуре выяснили, что компания «Спецэлектромонтаж» не выполнила строительные работы на сумму 18,6 миллионов рублей, но с согласия директора АЖС ей были перечислены все 156 миллионов. Часть этой суммы были средствами дольщиков микрорайона «Московка-2». В результате дома так и не были достроены, а около 107 остались без жилья.